отличное подключение, Питан и гол! Вот это да! Классный бросок в ближний угол, резкий, точный, на очень неудобной высоте для Хуски. Уже справа есть партнер, передача Корбен Найт, бросает и забивает Найт. Какая атака от авангарда. Корбен Найт разбирается здесь с королем. Да вот тут на паузе классно сыграно Николай Елисеев. Бросок, конечно, отменный у Елисеева. Вот это отставление и бам! В дальний угол. Карнаухов, бросок, гол! Карнаухов, получив передачу, бросил быстро и очень точно. Главные действующие лица этого большинства на площадке. Бэк, бросок поворотом и гол! Лучший бомбардир команды набирает свое 30-е очко и забивает 10-ю шайбу в этом сезоне. Каблуков, пауза! Передача назад, бросок и попадает! Попадает Егор Мартынов. Вот это броски у «Динамо». Чуть они по девяткам там. Да, конечно. Ух ты, еще один гол, и Зак Лесли гоняет шайбу в дальний угол. Какой же классный по точности и силе, в том числе бросок, получился у защитника Лесли. Локтионов. Передача, бросок, гол! Шейн Принц, это хет-трик! Просто гвоздь вколачивает 92-й номер! Это не Принц, это Король! Король сегодняшней игры!